то с этим движком только на 72 кубика сделать. Как бы поршневая у меня есть. В общем, без вложений. Просто его перебрать. Что скажете? Я попробую прислушаться. Ну а сделать, естественно, по-своему. Стальная игла, а грудь мне пробила сегодня грудь. 66-й год, ИЖ Юпитер. 347 объем. Но объем такой же и будет. Вот. Это что, модуль какой-то? Или что это? Модель. А, модель. Я думал, модуль. Вот модель будет. Такой вот модель. В общем, под этой моделью будет у меня скрываться ИЖ Юпитер. Клипоны обязательно. Клипоны, опять же, клипоны это от этих ломов. Ломы хорошие. Так вот, текут немножко, но зато не ржавеют. Жимочки у меня уже новые есть. Кто-то когда-то подарил мне их. Мне на халяву. Ну, просто подарил. Вот так будет конфигурация такая спортивная. И подножки будут у меня здесь прикручены, я их уже подготовил. Вот такие вот вообще хорошие подножки, мощные. Они будут у меня здесь стоять. Сиденье будет красное спортивное сиденье из красного дерматина. Ну, вот это спортивный шлем у меня специально закупленный. Новый. Он новый вообще. Он внутри новый, снаружи еще новее. Просто вот он новый. Это новый шлем мой. Я его зря, конечно, взял грязными руками. И вот новый шлем такой. Циолковский называется. Эдуард Циолковский. Известный мореплаватель. Иди отсюда. Я тебя бил тогда по жопе не раз уже. И ты хочешь опять получить. Ты что у меня? Дразнишься? Самый из всех супермото, самый супер-супер, это ИЖ-49, 53-го года выпуска. Это неплохо. Понятно. Под названием Орч. Нулячая вообще. Может, вы знаете, напишите комментарий-то. Прям подможете мне. В чем причина, почему у меня не заводится? Слона убьет. О, писает. Хорошо, что не накакало. Столько непонятного в нем, электроника всякая тут, карбюраторы, подсосы, отсосы, там клапана, вот выхлоп, хлоп, вот вход воздуха, тут выход, карбюратор, вот, работал нормально когда-то, сейчас уже перестал, вот тут у меня тут все сделано. Буду комментарии ваши читать, тогда может там кто-то правильно что напишет, тогда уже сделаю так, как написано. Ну, если не получится, пеняйте на себя. У него правый коленвал нормальный, мне поменять только левый коленвал и поменять левый цилиндр. Гоночного ижа себе для бездорожья, для дорожья, для всего. Руку я сниму, это она такая травмоопасная, можно копчик себе повредить. Вот здесь у меня есть смазочные эти точки, вот здесь буду мазать. С другой стороны сюда же мазать, вот сюда, вот точка смазки. И вот мазать буду тормозную лапку, потому что постоянно буду тормозить. Вот у меня глушмак уже готовый для него. Вот, вот на выходе. Вот они. Хотя у меня есть другие. Вот. Что делаешь? Мой обтекатель хочешь найти тут? Я сам пришел его найти. Вот, ребята, обтекатель мой. Еще есть. Вот. Не, ну вы серьезно, простите.
Я забыл, что у меня есть-то обтекатель, еще один. Вот он. Вот такой. Вот такой обтекатель у меня есть. О, с зеркалом. Ты куда едешь-то? Ты куда едешь? Вот ты даешь-то. Вот дает, гляньте, едет. Слишком крепко. Ни на одной планете так. Блин, боком мотор приварили. Бляха. Пассатижи красные, все красное. Красное не того, что красное, а того, что раскалилось все. Я думаю, что мы будем ездить громко. Вот без этой вот. Нахер, нахер. Вот это вот зажигание, вот это вот, раз, загорелось. Вот эта нейтралка, она отходит. Вот. Потому что я здесь заизолировал изолентой. О, пацанский выхлоп. Да я ею покрашу. Что там? Делов. Все, приступаем. И тигры у ног моих сели. Пока красил, тут зима наступила, сука.